Уважаемые инвесторы, 3 июня 2024 года на экране криптопара NER протокол QSDT. Так, по данному активу я что-то не вижу, где у меня прогноз был. Так, спот. То ли я его вообще не делал. Что-то, то ли он куда-то пропал. Я что-то не понимаю. По идее, у меня я что-то помню подобное. Так, ну, в общем, здесь ситуация довольно простая. Вообще, вот на 4-часовом фрейме я вижу тут такую дивергенцию вот в этом отрезке. Так, и значит, давайте я переключусь просто на свечной фрейм, вот как оно есть сейчас. Значит, тут картина следующая. Тренд у нас восходящий, то есть цена находится в восходящем канале. Все довольно просто. По идее, то есть я исхожу из того, что цена здесь совершит такое некое такое движение, ну, некий флет или тест, можно сказать, и уже начнет отталкиваться вверх. Вот. Так. Вверх. Так, и нам всем интересно, куда вверх. Это у нас получается, значит, цели у нас следующие будут. Так. Так, ну вот цели у нас 11 926 тысячных, это уже предельный уровень FIBA, и следующая цель у нас получается 10 251 тысячных. Так, здесь цена, ну, либо сразу оттолкнется и, возможно, здесь совершит там маленькую коррекцию какую-то, да, вот, и далее пойдет к своим числам. Вот, от уровня 10251 тоже нужно рассчитывать на какую-то такую небольшую, скажем, коррекцию. Далее уже к отметке, ну, там 11 12 13. Вот так, ну, уровень, предельный уровень FIBA у нас показывает 12. Но здесь, скорее всего, даже цена может дотронуться 13 USDT. Это если будет идти цена там через коррекцию. Возможен даже и такой рост, то что цена отсюда вот сразу начнет свой рост к отметке там, я не знаю, 10-11. Далее совершит небольшую там коррекцию и придет к отметке 12, да? То есть может быть и такой, конечно, резкий рост, вот, но он вполне тоже вероятен. Вот. Далее, что нужно учитывать, если это вот такой более, скажем, такой более вероятный сценарий, на который можно рассчитывать. Но есть еще один сценарий, довольно простой. Если цена пробьет отметку сейчас, вот в ближайшие там 1-2 недели, простите, до там, скажем, середины июня, если цена пробивает нынешнюю отметку, ну, вот эту поддержку, которую вы видите у меня, вот она, линия вот эта очерчена, вот, допустим, движение вот такое, да, там, скажем, далее цена совершает вот такое движение, то что она не может пробить там отметку 7, там 7 и 100 сотых, ну или там что-то такое. И если цена приходит к отметке 5 185, да, вот, и здесь вот она фиксируется, допустим, предположим, вот, то уже от этого уровня цена пойдет точно, с большой вероятностью, она пойдет вниз от этой отметки. То есть вот этот момент нужно учитывать, да, то есть если тут цена пойдет вниз и уже действительно зафиксируется на отметке 5169, все, то уже, ну, то есть цена может, скажем, и
так, да, пойти вниз, допустим, там медленным каким-то путем. То есть вот. Но факт в том, что если вот здесь произойдет движение сюда, и цена здесь вот устаканится, то все. То уже от этого момента цена пойдет точно вниз, потому что здесь формируется такой глобальный паттерн, который называется двойная вершина, на глобальном временном отрезке, на глобальном фрейме. И получается, значит, это будет уже сигнал на коррекцию. Вот. Поэтому вот этот момент тоже нужно учитывать. В принципе, да, то есть если правильно поступать, то можно покупать его частями покупать сейчас в течение нескольких дней и посмотреть, какое будет движение. Если все же цена, допустим, упадет там к отметке, так, к отметке, допустим, так, здесь сильная поддержка, к отметке 5,964 тысячных. И, допустим, вы уже понимаете, что движение пошло вниз, допустим, то в любом случае здесь можно будет подкупиться на этой отметке, зная, что цена все равно пойдет вверх, она должна будет совершить тест. Вот здесь можно будет уже продать на отметке 6,962 тысячных. И все, и уже с большой вероятностью тогда цена пойдет на разворот, да, то есть. Ну, это если, конечно, понимаете движение. Ну, чтобы было понятно движение, при каком движении что лучше сделать. Вот. Здесь, конечно, много разных, да, вариантов. Цена также может кинуть тест сюда, сильный такой пробой совершить, дальше возвратиться в свой тренд и уйти вверх. То есть может и такое произойти, да. То есть вы будете сидеть думать, вот также можно выставить тут заявки, например, от отметки 4711 до отметки, там, я не знаю, 6314 приблизительно, да. И вот если такой будет сильный пробой, то можно будет скупить вот эти позиции, которые здесь будут пробивать и которых будут выносить с рынка. Вот, но это только в случае, если ложный пробой будет. Вот. Ну а так я все-таки исхожу из вот этого вот движения, которое будет сейчас вот здесь актуальное такое. Уважаемые инвесторы, если и вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы, валютные пары, то подписывайтесь на Telegram, YouTube, TikTok и Instagram каналы, так как в каждом канале разная и одновременно полезная информация, с помощью которой вы сможете спасти свой капитал, приумножить, а даже зависимо от стратегии, удвоить или утроить свои деньги.